Девочки, у нас проблема. У нас реальная проблема. Как среди этого всего, да, вот этого всего, сейчас мы, да, всем приветики, пистолетики. А мы тут сейчас пройдем. Нет, не буду идти. Вы когда-нибудь выбирали платье? Девочки, мы решили не покупать платье, потому что. Вот, мы решили взять платье на прокат. И вот среди вот этого всего надо что-то выбрать. Что-то померить, что-то примерить, что-то, что понравится. И, в общем, девочки, это, конечно... Держите меня семеро, ладно? Мы идем примерять платье. И это просто капец. Просто дело в том, что еще и тут они есть. И вечерние, и шубки, и туфельки, и диадемы, и накладочки. Ой, девочки, это капец. Я не понимаю. Тут вечернее платье. Я даже сюда не пойду. Тут такое все блестящее, что меня сейчас стошнит от этого всего блестящего. Ой, здравствуйте, девушка. Обувь. Бижутерия. Сапожки. Шляпки. Девочка, у меня нет слов. Диадемы, перчатки, веночки, херочки, хуёчки, хотела сказать. Ну да ладно, всякие причиндалы, сумочки, клатчики. Такая сумочка, мне травки. Такая сумочка классная, девочки, как она открывается, сломаю. Ну слушайте, невесте же нужна сумочка. Смотрите, какая классная. Ну, понятно, что мы ее не возьмем. Она нам не подходит. Нам нужен рюкзак. Ой ты, боже ты мой. А что это за красота-то такая? И сделанная она из фома. Ева. Припыленная, запыленная. Свадебный салон, кстати, вот, пожалуйста, девочки, обращайтесь. Очень большой выбор платьев, мы идем мериться. Ну, фотозону, конечно, но надо за ней ухаживать, девочки. Пыль шиндец. Ну, не видно на видео, на самом деле. Ну и вот как-то так. Розочки, конечно, фигурные. Получилось... То, что получилось. Ну, есть у меня ощущение, что фотозона старая. Сейчас Ищенко позову, что она скажет. Не суть. Фон есть красный, ковровая дорожка. Скорее всего, что мы здесь с Надькой сейчас и будем... Ой, смотреть платье. Это шиндец. Они уже выбирают, пока я тут с вами шуры-муры тролливали. Что, девочки, тяжелый выбор, да? Ну что, девочки, хочу вам сказать, конечно же, мы купили платье на свадьбе. Мы уже после свадьбы покажем вам, что за платье. Но я вам могу сказать, какое это все-таки нелегкое дело выбирать платье. А знаете, в чем заключалась самая основная проблема? Не в количестве того, что их много там, а их реально там просто очень много платьев. Проблема в том, что Наденька у меня худенькая, стройненькая, да? И ей что ни одень, все хорошо. И в этом была проблема. Потому что каждое платье смотрелось по-своему хорошо на моей дочери. И мы уже просто выбирали из того, в каком платье, я уже говорю, Надь, вот в каком платье тебе... Мы перемерили 35 платьев, 35.
из тех, которые вот ей понравились, да. И говорю: Надь, ну выбирай вот то, в котором тебе комфортно будет, выбирай то, в которое, которое тебе нравится, выбирай то, которое, ну вот. Она говорит: мам, мне во всех комфортно, мне все нравятся. В общем, девочки, это был очень тяжелый выбор. И мы приехали в салон в 5 вечера и уехали оттуда в 10. 5 часов примерки. Конечно, уже сдавали все, сдавали нервы в плане того, что это невозможно. Надя платье снимает, платье одевает, платье снимает, платье одевает. Платье, которое с бусинками, стразами, они царапаются. В общем, девочки, это то еще вообще действие, примерка и покупка платьев свадебных. Поэтому, конечно, есть маленький смешной ролик, когда мы уже в конце просто чудили. Потому что усталость. Но, тем не менее, мы это сделали. И заранее прошу извинить за видосики, где-то там у меня руки трусятся, где-то вот, ну, это все, девочки, 5 часов в салоне при выборе платьев, которые каждый сам по себе классный. В общем, как думаете, какое из тех платьев, которые вы увидите, в котором платье будет Надя? Есть у кого-то? Кто-то угадает платье или нет? Потому что то платье, которое мы выбрали, оно есть на видео. Приятного просмотра, мои хорошие. Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил. А ты змея пустила яд, любовный яд. Да я так рад, что все прошло. А может быть и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу не вспоминай. Thank you.
Mm-hmm.